все болельщики в ожидании первого матча. Что происходит вообще? Мы что, играть научились? Нифига себе! 4-0! И еще добавленное время не закончилось? О, мой Бог! О, мой Бог! О, бьет! 5-0! Только что 5-0, это не повтор! Я вообще не представляю! Господи боже! 5-0, вот это начало. Честно, либо Саудовской Аравии заплатили за то, чтобы она так отвратно играла, либо мы научились играть в футбол. Я реально горд за сборную России. Я думал, мы вообще сегодня проиграем. Я ошибся. Президент творит чудеса, а точнее его присутствие. Господи, сегодня можно напиться. Кофе, соком. А завтра пойти на работу и забрать деньги, которые я поставил на сборную России. Есть. Жалко, я не знал счет. Теперь представьте, что сделает король Салман, когда узнает о таком позоре своей сборной. Явно по головке не погладит. Чего не скажешь про нашего президента, который явно довольно разводит руками. Уважаемый комментатор, безусловно, сегодня кайф, но что будет дальше? Выйдем ли мы из группы? Попадем ли мы в четвертьфинал, в полуфинал? Будем ли мы играть в финале? И выиграем ли мы дома? Конечно, выиграем. Возможно. Пошла болтология на Первом канале. Кто там заменяет Малахова на «Пусть говорят»? Не знаю даже, этого паренька плохо ведет на самом деле. Самое главное, они не хотят вспоминать про человека, который получил травму, Алан Загоев. Поскорее восстанавливайся, тебе еще нужно всех раком поставить. Всех, кто против России играет. Здоровья тебе. Если вы верите или не верите в сборную России, но любите футбол, подписывайтесь на мой канал на YouTube, ставьте лайки, делайте репосты. И, конечно же, делайте ставки. Сможет ли сборная России показать действительно достойный результат, как это было в 1966 году?